Далеко на востоке, за горными хребтами и реками, высится одинокая гора. Эти гномы намерены вернуть свою родную землю. Я люблю гостей, как и всякий хоббит. Но я бы хотел узнать их, прежде чем приглашать войти. Мистер Бэггинс, к вашим услугам. Я окружен гномами. Что они здесь делают? Они очень веселая компания. Так это и есть хоббит? Ты просил найти 14 участника этого похода, и я выбрал мистера Бэггинса. Я? Нет. Хоббиты могут пройти незаметно, если нужно, что даст нам преимущество. Воспользуемся этим шансом, чтобы вернуть Эрабора! Эй, мистер Бильбо, куда отправляешься? Пишу навстречу приключениям! Митрандир, зачем здесь полурослик? Зачем Бильбо Бэггинс? Возможно, потому что мне страшно. Он придает мне смелости. Значит, вот ваша цель. Проникнуть в гору. А что такого? Некоторые посчитают это не слишком мудрым. Темные силы нашли способ вернуться в мир. Почему бы нам не сыграть в угадайку? А если оно проиграет? Что тогда? Что ж, если оно проиграет, моя прелесть, тогда мы съедим его. Если Бэггинс проиграет, мы съедим его целиком. По рукам. Я бы выбрал любого из этих гномов вместо целого войска. Береги! Преданность, честь и горячее сердце. О большем я и не прошу. Дом уже позади, а впереди дорога. Могло быть и хуже.